Всем самое доброе утро. Сегодня у нас солнце. Обычно у нас нет такой роскоши, но сегодня есть. С кокосом мы уже погуляли. Да, он еще хочет. С кокосом мы погуляли. У нас сегодня приезжает моя мама. Поэтому вот у меня сейчас по планам быстренько поставить тесто. Хочу испечь творожные круассанчики. Такие они небольшие получаются. А творожный не потому, что там внутри творог. Там внутри, наверное, либо клубничную я сделаю начинку, либо абрикосовую. Нет, потому что тесто в основном состоит из творога. На самом деле, очень простой рецепт. Я его сейчас, может быть, даже покажу. Ах, это нечто. И поедем на вокзал встречать маму. А мама приезжает, потому что я ее записала, вообще очень сильно повезло. У нас сейчас с визами большая проблема, а мне удалось записать ее на шенгенскую туристическую визу в Польшу. Если вы мне скажете, ну Польша же не дает визы. Возможно, дает. Как только паспорт будет у нас уже с визой, я, конечно же, сообщу и расскажу, каким образом мы ее получили. Надеюсь, что получится. Ну, не получится, тогда расскажу, почему не получили. Так что вот так вот. Такие вот круассанчики получились. Я положила только чуть-чуть, потому что они очень горячие, поэтому у меня сейчас остынут, а потом я их сложу в контейнер, чтобы они не заветривались. Сейчас мы с вами их попробуем. Итак, мои круассанчики слэш рогалики готовы. Выглядят вот так. Еще до сих пор такие очень горяченькие. Так, давайте какой-нибудь один разломаем, попробуем. Так, внутри они вот такие воздушненькие. Тесто получается очень воздушное. Очень вкусно, всем советую. Готовится очень быстро. И получается
получается достаточно их много. Отличненько, отличненько. Начинки можно абсолютно разные. У меня была просто замороженный абрикос. Он очень кислый был, поэтому я чуть-чуть туда сахара добавила. Можно не добавлять, можно шоколад положить. Прям кусочки шоколада, они потом растают. Вообще начинка может быть любая. Приехала на вокзал, здесь солнце ужасное. Стою, жду, где-то минут через 5, через, наверное, 7 должен подъехать уже поезд. И поедем домой. Так, поезд приехал. Итак, я встретила маму, сейчас мы с ней пойдем в магазин сходим. Смотрите, как спит кокос. Ну все, все. Ну простите, простите. Зашли в магазин Марк Формель, меряем одежду для дома. Вот такие брючки я выбрала. Красивенький нежненький цвет. И просто домашняя майка. Сейчас я взяла еще серые. Сейчас померяю еще серые. Вот серые. Серый, конечно, цвет у них более приятненький. Но размерчик слегка большеватый. 44 я взяла. Мне вот, видимо, нужен 42. Ну, а майку домашнюю я возьму. Итак, мы уже вернулись, походили по магазинам, особо ничего, так только домашнюю одежду закупили, куртку так ни я, ни мама так и не нашли. Вот, завтра у нас великий день, точнее, сложный день. Завтра мы едем подаваться на туристическую визу, там очень много нюансов. В следующих влогах как раз расскажу, что и как у нас получилось. Поэтому на этом все, сегодняшний день закончился. Буду подготавливать все документы к завтрашнему поездке. Так что все, всем удачи, пока!